Кинотеатр словно телепорт переносит посетителей в сказку. В фэнтези по щучьему велению исполняются все желания и у героев картины, и у зрителей. В преддверии праздников выбор фильмов радует как никогда. «Манюня», «Новогодние приключения», «Елки 10», «Новогодний шеф». А впереди еще громкие семейные премьеры. «Новогодний All-Inclusive», «Три богатыря и пуп земли», «Холоп 2», «Бременские музыканты». Стоимость билетов в мир кино от 6,5 рублей. С 23 декабря в наших кинотеатрах стартует новогодний киномарафон «Ура, у нас каникулы», где каждый ребенок сможет найти себе фильм по душе. Мы предлагаем детям большую анимационную программу и программу художественных фильмов для того, чтобы детки могли прийти и провести приятно свое время в наших кинотеатрах. В новогоднем шаре весь мир отражается. Выставочный зал художественного музея окутывает настоящая ретро-сказка. Новогодние ели украшают эксклюзивные игрушки советского периода. Всего около 600 ценных экземпляров, которые распределены по определенным тематикам – птицы, шары, прожекторы, космос. Дополняют атмосферу и советские новогодние открытки – 300 поздравительных карт. Карточек пестрят зимними сюжетами. Приглашаем гостей и жителей нашего города посетить нашу выставку и зарядиться новогодним настроением. С 10 до 7 по улице Социалистическая, 100, выходной понедельник. Цены входных билетов взрослые 3, детские с 5 лет 2. Старая сказка под Новый год ждет гостей и жителей города и на Максима Горького, 28. Здесь внимание привлекает выставка авторских кукол. Художник презентует необычных персонажей в стиле стимпанк. Фантастические птицы, рыцари, волшебники и, конечно, символ 2024-го – дракон. Вдохновляет, конечно, кинематограф. То есть сейчас у нас игровое кино, век игрового кино, то есть кинематограф уже дошел до того, что практически как натуральное, там все, фантастические какие-то темы. Раньше, когда в детстве, опять же, если вопрос в детство окунуться, это, конечно, книги Беляев, там, вот, «Человек-амфибия», там, еще «Братья Стругацкие», там, все, что связано с фантастикой, с приключениями. Собственно говоря, и вот в этих куклах, в моей тематике, прослеживается вот эта игра в приключения. А на площади Ленина витает аромат предновогодней ярмарки. Горожанам предлагают оценить на вкус продукцию общественного питания. В меню от горячих блинчиков до сладкой ваты. Здесь же согревающие напитки. Малышей ждет огромный выбор игрушек и праздничных аксессуаров. Можно приобрести и сувениры в подарок родным и близким. Время работы уличного магазина с 11 утра до 9 вечера по 14 января. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.